Уже с 11 часов утра к центральному входу тренировочной базы «Динамо» в Новогорске начинают подтягиваться люди в бело-голубых футболках. Погода отличная, настроение приподнятое. Первая полноценная встреча команды и болельщиков нового сезона проходит на одном дыхании. Получасовая пресс-конференция вмещает в себя массу различных тем. Обсуждают и селекцию, и издюшор, и билетную программу. В конце болельщики заклинают: «Простим все, кроме равнодушия». Главный тренер Воробьев убежден, при нем равнодушных в команде не будет. Скажу, наверное, такие слова: в «Динамо» равнодушных в нашей команде не будет. Мы будем выходить и биться каждый день. Из пресс-зала все перемещаются в крыло с ледовой площадкой. Настрой хороший, правда, проснулся с не очень хорошим настроением. А так сейчас настроение появится. Спасибо. Настрой отличный. Отличный. Готовность. Конечно, на 100%. Здесь тут будет объективно. Конечно, все против мастеров. Кто выиграет? Болельщики. 1-10. Не-не-не, 5-2. На болельщиков. 5-2. Команда мастеров против клуба болельщиков уже 10 лет открывает новый сезон товарищеским матчем. Ну, первый матч состоялся в 2007 году еще. Мы сыграли первый матч, проиграли его 17-2. И примерно так же все продолжалось. Один раз, по-моему, ничья была, если я не ошибаюсь. В команду клуба болельщиков по традиции делегировали несколько игроков основной команды. В этом году белую форму примерили Андрей Алексеев, Максим Соловьев, Даниил Тарасов и Яков Рылов. Всегда же приятно побеждать в этот день. Этот день не исключение. Кроме того, любители получили усиление в лице советника генерального директора нашего клуба Рубена Бегунца. Он отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. В составе команды мастеров тоже был свой джокер. Юный Максим, сын одного из болельщиков, подменил временно выпавшего из состава Михаила Анисина. Номер, кстати, взял тот же и играл под стать именитому форварду. Вскоре после начала к матчу подключилась и трибуна со зрителями. Игра пусть и товарищеская, но эмоции сдержать не удалось. Очевидно, по хоккею уже соскучились. Только Мартин, только Динамо! Первые аплодисменты и первые кричалки. Наверное, именно с этого момента новый сезон можно считать открытым. Положительно, все нравится. Все с улыбками катаются. Очень приятно играть с болельщиками. Вот. Все заряжаемся позитивными эмоциями. Для них и для нас это очень приятно. Нет, слава богу. Побольше побед, держаться все вместе, что нам еще надо. Хотелось бы, чтобы по-прежнему поддерживали нас. Мы, в свою очередь, обещаем, что мы будем выкладываться по полной и отдавать всего себя в игре. Ну, мы будем стараться биться за букву «Д». Быть сплоченными. Несмотря на то, что клуб болельщиков лучше провел первую половину матча и имел преимущество в несколько заброшенных шайб, выиграть у основы им было не суждено. 6-5 победа московского «Динамо». Конечно, счет в этой встрече не главное. Главное, что после ее окончания игроки пригласили всех на лед. Фотографии, автографы и немного виртуозного мастерства от наших хоккеистов. Обстановка действительно получилась домашней. Ну и в конце клуб болельщиков в лице руководителя Павла Гурова передал в Динамовский музей кубки, завоеванные в прошедшем сезоне. Владимир Воробьев, принимая награды, отметил: есть на кого равняться. Надеется, что и он вместе с командой порадует в конце сезона динамовских болельщиков кубком. Банк ВТБ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТБ. Материал создан при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».